Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем наши награды. Я так понимаю, Лига Самураев 2 звезды, наверное, сейчас, да? Так оно и есть. И ранг 35. Но, друзья мои, это все получилось, потому что 2 дня не играл. Но я на больничном сейчас, друзья мои. Как я говорил, со спиной и... с плечом. Вот, не знаю, что там. Пойду в понедельник сделаю рентген. Пока на уколах буду сидеть. На витаминах и тому подобное. Посмотрим, что там скажут. Ну, со спиной еще ладно, понятно. Там грыжи, это никуда не денешься. Но что с плечом? Вот, который меня вопрос интересует больше всего. Что случилось с плечом вдруг? Не знаю, посмотрим. По снимку там, надеюсь, они все определят и назначат нормальное лечение. Вот что самое главное. Так, друзья мои, ну что, сегодня у нас будет перевод персонажа в платиновый ранг. Очень, ребята, много было, как говорится, рекомендаций, пожеланий. Я уже даже думал, что все, будем переводить мутагеноида. Но вы не поверите, кто выиграл на самом деле. Очень много было, ребята. И за Донни голосовали, и за Рафаэля. Это, но выиграл, ну я вам сейчас, ребят, покажу, кто выиграл. Я не знаю, почему голоса именно туда склонились. Вот, ну, сейчас переведем. Так, в список. Где он сейчас, ребята? Будем искать его. За Рокула тоже голосовали. А вот он, ребятушки. В Оттан. Мне хватит? Мне не хватит ни хрена. 10 тысяч мутагена. В общем, вы поняли, да? Что выиграл по голосам Леонардо фильм. Для меня тоже это было удивление, если честно. Но это факт. Так что, ребятушки, будем переводить его. У него всего одна массовая атака. Там были, ребята, голоса, у которых за тех персонажей, у которых действительно есть массовые две атаки. Ну, раз вы уж вот так вот, значит, переводим Лео фильм. Ну что же, давай, начнем потихоньку разбирать. Добьет он, интересно, своим дроном? Нет. Ну, атаку понизили. Они не успели даже сходить. Все очень даже хорошо, друзья мои. Так, двигаемся дальше. Мы переходим только лишь в Самурай 3 звезды. Так, что у нас там дальше? 14-18. Берем, ребят, 14-18. Так, подожди. Тут будет достаточно и Ванечки одного нам. Единственное, что Ванечка у нас очень медлительный по инициативе. И сможет ли он... А тут он смог. Тут он смог опередить всех наших оппонентов и, соответственно, сделать хорошую взбучку им. Так, 64-я позиция. 15-19. Ну, давай возьмем с тобой Армагона. Раз, два, три, четыре. Погнали. Давай сделаем так. А, тут достаточно было одного, ребята, удара. Достаточно этого было. Фатфит пишет, ребята, пора перекусить. Но на самом деле, действительно, пора перекусить. Я на самом деле только в 3 часа, ребята, проснулся дня. Чё? 65 на 62? Вот, я не знаю, вроде спать лег, ну, не так поздно. Где-то, может быть, часа 3 ночи. Но встал в 3 дня, это, конечно, для меня. Ну, видимо, тот недосып за время работы, который накапливается, ребята, вот, компенсируется этим. Так, подожди, нам тут, наверное, одного Донни достаточно будет. Зачем я там набрал с собой зэка? Вот. Так что... Ну, будем надеяться, что все хорошо. Но плечо вот так быстро, мне кажется, не пройдет у меня. Мы можем попробовать заглушить боль.
Но заглушить боль — это одно, а вылечить его — это совсем другое. И я, естественно, хочу вылечить его, а не просто купировать боль, а сам сустав там шалтай-болтай, развались ты хоть куды, да? Нет, так дело не пойдет. Так, ладно, ребят, 15-19. Так, надо будет сегодня еще нам зайти в Драконы Всадники Олуха. Давно мы там не были. Посмотреть, может, там какое-нибудь событие уже началось. И все, у меня никак руки, ребята, не дойдут до Стиквар Легаси. Просто не могу дойти до него. На втором канале сейчас Deep Rock Survival играем. Тоже бомбит, конечно, там не по-детски. Вот. Две серии будет выпущено, наверное, сегодня. Вот. И что я там хотел еще? Я что-то еще хотел, ребята, там рубануть. Уже забыл сейчас, в данный момент не помню. А, Банишен я хотел начать играть. Вот что. Ну и многие почему-то недовольны, что: «Рэй, ну почему ты начинаешь игру и не допроходишь?» Сам, ребят, не понимаю, почему. Сам не понимаю этого. Вроде начинаешь. Нет, бывают такие игры, которые просто, ребят, взахлёб. Вот я как начинаю играть, серия за серией, серия за серией, и мы ее проходим. Но есть игры, вроде бы они интересны, ты играешь, но потом что-то, что-то новое выходит, ты переключаешься на это, и потихоньку ты забываешь про свои старые игры. Да, есть у меня такая, ребята, фигня, как говорится. Сам не рад этому, но признаюсь, что она действительно есть. Так, слушай, мне не нравится наш подход, потому что здесь сейчас Бакстер Стокман, наверное, будет лютовать. Или не будет? Ну-ка, Майки. А вторую я таки нету. Так, Ванюша отдуплился. Так, Донни Криту делает. Ну, хиляться нам пока не надо, я думаю, выдержит уж. Давай сделаем вот так вот. Уклоняшку, ребят. А, он даже не попал. Так, минус. Тут можно кинуться, потому что муха все равно бесполезная. Даже, ребята, был один голос за морозильную кошку, я помню, при голосовании. Но это, наверное, уже в виде Стёба, наверное, поставили. Морозильная кошка. А может быть, просто кому-то она нравится. Считает ее миленькой. Фиг его знает. Так, ну что, ребята, Лига Сёгунов у нас. Лига Сёгунов. Давай вот так вот сделаем. Макман один справится. Че ему там? Свою торнадо выпустит сейчас и все. И они упадут. Но это Лига Сёгунов, нам бы до Лиги Мастеров бы добраться, если честно. Хотелось бы. Так, сейчас какая там будет 75-я. И очень медленно двигаемся мы к своей цели. Так, надо будет сегодня сходить сейчас в магазин, ребята. Мало того, что покушать хочется что-нибудь, но еще надо мне уколы купить. Прописали уколов там 10 уколов одного, 5 уколов другого, таблеток целый ворох. Рентген пойду делать в понедельник. Надо заняться, пока на больничном, надо заняться своим, ребят, здоровьем, своими плечами, своей спиной, пока вообще не развалился на куски. Так, ну что у нас тут? Нет, давайте мне 15-20. Хватит уже дурака тут валять. Вот начинается у них опять вот эта дурость. 15-19 этот. А было же до этого, вот, до этого поединка было 15-20. Жуки навозные, а? Не могу прям, бесят. Ладно. Раз, два, три, четыре, поехали. Попробуем разбомбить их тут. Ну, давай лучом. А что делать-то? Я думаю, что этого им за глаза, как говорится, да, этот луч. Так, сороковая позиция у нас.
Ну, давай так сделаем. Раз, два. Подожди, наверное, тут Леонардо-то одного схватит. Че я там? Алапекс еще туда притянул зачем-то. Непонятно зачем. Сейчас Лео просто сделает свою вертушку. Эти ребята отдупляться, и все, и нормально будет. Блин, на столе бардак такой, блин. Эти фантики лежат какие-то непонятные. От жвачки. Фантики от таблеток, блин. Блистеры пустые. Так, ну что, 21-я позиция. Кстати, уже, ребята, Лига Мастеров. Ой, Лига Сёгунов, простите. Две звезды сейчас будет. Давай возьму здесь Кожеголового. А, так, ну, в принципе, все, ребята. 70-ники уже пошли, можно слишком, как говорится, не выбирать персонажа. Можно просто уже по порядочку их, как говорится, делать. Сейчас Кожеголову всех завалит. Вот, и по порядку просто берем. Так, а у нас, мы кого, ребята? Мы Рафаэля, да, качаем? А, мы качаем Рафаэля по уровню. Так мы и по уровню, и, по-моему, по скиллам. Мы его так еще и не прокачали. Поэтому Леонардо пока придется подождать своей, так сказать, очереди. Ну, Леонардо фильм, которого сегодня мы перейдем в платиновый ранг. Мы не сможем с тобой одновременно качать и того персонажа, и другого. Так, ну что, давай, Лапекс. Жги. Чух. Нормально. То, что доктор прописал, да? И вот мы с тобой уже в Лиге Сёгунов. Две звезды. А что сегодня за день недели, ребят, у нас? Сегодня четверг, понятно. Сегодня у нас четверг. Рыбный день, друзья мои. У нас всегда по старинке был четверг. Это рыбный день. Ну что, влупим? Ну а что бы не влупить-то? Все прекрасно. Ну, маузеры, само собой, ребята. Любого порвут. Хотелось бы, конечно, добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды, ребят. Но, видите, у нас не получается, потому что нехватка бойцов. Просто не хватит. 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, не хватит нам. Может быть, 50-е, 45-е, 48-е где-то место будет, но не пройдем. Прекрасно. Ты-данч! Нормалек так двоих. Ой! Зачем ты баф-то делаешь, Рэй? Ай, хотел ударить. Ладно, фиг с ним. Они все равно здесь нам угрозы никакой не представляли, так что все нормуль получилось. Так, ну что, погнали дальше. У нас... Ага, 54 место. 16-21. Ну все, последние игроки у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Вместо слэша я возьму лучше Кунаичи. Как по мне, Кунаичи, ребята, в разы сильнее слэша. Это уже проверено неоднократно. Но тут это... Тут это, ребят, никак не скажется. Даже если я сейчас слэша возьму отыгрывать одного, ребят, ничего хорошего не получится. То есть он не завалит, они не начнут его пинать. Они не запинают его, но это будет очень длинный, долгий бой. Единственное, что мне хочется, ребят, знаете, посмотреть, сколько нам дадут, если мы победим. Продвижение в ступеньке. Так, 39 место, да? Дай мне 21. Вот. Давай просто посмотрим. Ради любопытства, ребят. Да ладно, надо же. Двоих убрал он все-таки с одной вертушки-то. Угу. Бафается. Но этот баф тебе не поможет. Прекрасно, ребята, слэшер справился у нас. Он справился. Сколько нам дадут? С 39-ки мы переходим на
Две позиции, друзья мои, перешли. Так, ну что, пройти серию испытаний. А, мы уже идем, ребята, на Крэнга. Практически. Крэнг уже там своим жалом водит. Уже не знает, куда деться. Но никуда, ребят, не деться от нас. Из наших крепких лапищ еще ни один Крэнг не уходил. Так что ничего ему там не светит. Так, давай, наверное, так сделаем. Телеукусик. Ну, постепенно урон, по идее, его должен убить. Я так думаю. Ну да. Крип готов. Так, бежим дальше. Ну-ка, масса. О, валунчик, отлично. Прекрасно. Да, Армагон держит марку, ребята. Уже сколько лет, а он все валит их своими валунами. Так, давай заберем награды. Ну и что, теперь сразиться в боях. Ну, для начала Леонардо Финн прокачиваем. Да, поздравляю. Поздравляю за и тех ребят, которые за него голосовали. Ну и, соответственно, поздравляю самого Леонардо. То, что он получил достойный, так сказать, ранг. Ну, а мы переходим с собой на прокачку нашего Рафаэля оригинального. Так, ну что, 90 уровень, ребята, он получает. Так, а мы что ему? Мы этот качаем, да? Так, 8 камней нам надо найти. Вот этих вот. Маяк. Маяк трицератопсов. Так, 2 нашли. А, тихо. Да какой камень талик, блин, ну. Смотри, а. Ну ты посмотри на них. Камень талик они мне всучивают постоянно. Маяк. Это третий или четвертый? По-моему, третий. Я уже просто сбился с счета. Так, это четвертый. А их нужно 8, да? Подожди, ребят, пятый. Точно, пятый. Еще 3. Шестой. Седьмой и последний, пожалуйста. Дай последний, говорю, блин. Специально, да, так делает? Ну, как специально, друзья мои? Ну, что, ну? Так и не получил. Так и не получил, ребята. Я этот восьмой, блин, камень талик. Трицератопсов. Ладно, хорошо. Так, ребята, я здесь заберу, потому что, ну, вообще поменялся порядок в корень. Стоят в разнобойку. Мне это не нравится. Они должны у нас стоять, ну, как обычно. От сильного к слабому. Что ты делаешь? Так. Тут пусто, тут пусто, тут пусто. Никто не хочет. А, у нас Джастин переведен в платиновый ранг. Кто хотел сказать, никто не хочет Джастина перевести в платиновый ранг. Ага. Он в платиновом ранге и такой слабак. Ну, блин, слов нет, друзья мои. Просто слабак. Так, ладно, здесь все вроде бы. Так, у нас поиск. По испыталкам, ребят, пока все глухо, все тихо, как ты видишь. Задания нам нужные не открыты. Здесь все. Ну да, ребята, тогда получается на сегодня у нас будет серия заканчиваться. Тебе, кстати, не кажется, что у него слишком длинная цепь, ребята, для нунчак? Ты посмотри. Это здесь сколько у него расстояния, плюс за спиной, а у него, не забывай, что еще панцирь, то есть вокруг панциря идет. Что-то уж больно здоровая цепочка. Ну да ладно, это я так. Все, ребятушки, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.